Всем привет! Сегодня готовлю фаршированные куриные ножки. Вкус просто объедение. Можно приготовить на праздничный стол. Ножки получаются всегда настолько вкусные, что от них просто невозможно оторваться. Стягиваем с куриных голеней шкурку. Перерубаем кость у самой узкой части голени. Действуем аккуратно, чтобы не повредить шкурку. Мясо с косточек срезаем и мелко нарезаем. Для начинки потребуется мясо только с половины голени, то есть 6 штук. Луковицу нарежем кубиками. Свежие шампиньоны 200 грамм порежем кубиками или пластинками. На сковороду наливаем растительное масло, примерно 2 столовые ложки, и кладем лук. Обжариваем до полупрозрачности. Добавляем грибы и жарим все вместе до испарения жидкости. Снимаем готовые грибы с огня и дадим им остыть. Добавляем к нарезанному мясу. Сыр натрем на крупной терке. Добавляем к мясу. Добавляем половину чайной ложки соли. Кладем специи по вкусу. Я добавляю немного куркумы и сладкую паприку. Перемешиваем. Заготовки из кожицы плотно наполняем начинкой. Свободный край кожицы заправляем внутрь голени. Противень смазываем растительным маслом. Кладем голени. Смазываем сметаной. Сверху посыпаем по желанию сладкой паприкой. Ставим в разогретую духовку и готовим при 180 градусах 25-30 минут. Подаем в горячем виде с любым гарниром. В холодном виде тоже очень вкусно. Если вам понравился рецепт, тогда ставьте лайки, пишите комментарии. Вам не трудно, а мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения!